Уважаемые налогоплательщики, я хочу вам рассказать про электронный сервис налогоплательщика для налогоплательщика физического лица. Называется «Личный кабинет физического лица». В этом сервисе вы можете получать актуальную информацию о задолженности, просматривать свое имущество, транспортные средства, оплачивать задолженность, либо текущие платежи через банки партнеров ФНС России. Через личный кабинет налогоплательщика можно направить декларацию по форме 3НДФЛ и подписать ее электронно-цифровой подписью, которая формируется там же в личном кабинете во вкладке «Профиль». Доступ к личному кабинету можно получить одним из тремя способов. Первый – это при личном посещении любой налоговой с паспортом и с ИНН. Второй – это с помощью учетной записи портала госуслуг, либо с помощью электронной подписи. Декларацию 3НДФЛ также можно скачать на сайте ФНС России, сайт налог.ру, в разделе «Программные средства». Принести лично, либо направить почтой. И сервис госуслуги тоже предоставляет такую возможность. Можно заполнить декларацию онлайн, отправить, либо скачать также программу, которая называется «Декларация 3НДФЛ», и направить с электронной цифровой подписью. Добро пожаловать в ваш новый личный кабинет. Он изменился, стал проще и удобнее. Давайте познакомимся с его возможностями. Вот главная страница. На ней представлена самая важная информация – сумма налога и сколько дней осталось до его оплаты. Можете проверить, уточнить детали по всем начислениям. Готовы оплатить? Отлично! Это делается в два клика. Хотите уточнить, почему такая сумма? В разделе «Мои налоги» находится подробная информация о ваших налогах и задолженностям по ним. Здесь представлены начисления по каждому объекту налогообложения и разъяснение, как сложилась сумма к оплате. Во вкладке «Налог на доходы» можете посмотреть налог, который начислен на основе вашей налоговой декларации, а также налоги, которые за вас уплатили ваши работодатели и другие налоговые агенты. В разделе «Мое имущество» представлена информация по всем объектам налогообложения с указанием характеристик, истории начислений, а также описание в виде формулы, в которую подставляются значения вашего объекта. Если по какому-то объекту имеется недостоверная информация или он вам не принадлежит, сообщите об этом. Есть другие вопросы, проблемы? Перейдите в раздел «Жизненные ситуации». Для каждой ситуации предложены конкретные шаги решения вопросов. Личный кабинет налогоплательщика физлица доступен в App Store и Google Play. Пользуйтесь. Все просто и очень удобно.